Добрый день, друзья и недруги. Я знаю, что Алексей Панин вам надоел. Но мне просто любопытно за ним наблюдать, может быть, в силу каких-то профессиональных раскладов. Последнее его интервью в России, которое он дал нашей программе «Правда-24». Была такая программа на канале «Москва-24». И на последнем этапе я вел ее вместе с Лейлой Истрижемской. Вот он пришел к нам в эфир, представляя свой последний, не крайний, а именно последний фильм. Вот, и сказал, что он уедет из страны. И говорил, что никогда не вернется, никогда не будет сниматься. Я как раз тогда напомнил про пословицу «никогда не говори никогда». Но мне любопытно за ним наблюдать, потому что он сейчас оказался очень в такой патовой ситуации. Он запрещен на Украине, он не въездной туда. Ну, потому что он топил за Крым наш в свое время. Ну, просто Леша тогда встречался с кем-то, по-моему, с какой-то девушкой из Крыма. Ну, песня совсем не та. А с другой стороны, он у нас объявлен экстремистом и террористом. Пока еще не объявлен иностранным агентом. Не знаю, что хуже. Ну, по-моему, он в патовой ситуации, вернее, ну, если называть вещи своими именами, он в жопе. Любопытно посмотреть, как он оттуда выйдет. Более трогательно услышала я, Алексей, когда вы говорили о том, что я работал с Алферовой, с Этушем, и я слышала, как тепло вы говорите об этих людях, Иосиф Давыдович Кобзон. И вот я хочу спросить вас, это кумиры, это любимые актеры, это или любимые люди тоже? Это люди в первую очередь. Люди, с которыми я работал. И Ирина Ивановна Алферова, у нас с ней связана целый кусок жизни. Спектакль, не самый хороший на самом деле спектакль, но это было, в голове даже не спектакль остался, а то, что было вокруг. День, когда Абдулов умер, и как мы в этот день играли спектакль, в Твери. Я помню этот день, как Ирина Ивановна смотрела на меня и чуть ли не со слезами говорила о том: «Леша, ты такой же, как Саша». Ну, в смысле, не таланта, а по поведению, по первозрению, когда я после спектакля: «А, поехали все в ресторан». А Абдулов этот день умер, похоронили его. И как раз я ждал Ирину Ивановну в ЦДЛе, в Доме литераторов, я не был на похоронах в ресторане. А Ирину Ивановну привезли с похорон, и нас повезли на спектакль. Вот мы отыграли в этот день, ее погнали в ресторан. «Ирина Ивановна, давайте как бы улыбнитесь». И как я помню, ну это связано. Кобзон, понимаете, как бы сейчас ни говорили, как бы ни пытались зло шутить о том, что концерт Кобзона, отправился на концерт Кобзона, имея в виду, что туда и дорога там всем людям. Ну, я имею в виду со стороны украинцев. Я понимаю боль украинцев, я все прекрасно понимаю. Но Иосиф Давыдович Кобзон для меня был как... он для меня был настолько родным человеком. У нас с ним связан не очень длинный жизненный этап, но я помню нашу с ним каждую встречу. Я помню, как он за меня переживал, и как он, там, когда я ребенка своего возвращал, когда Нюсю увозили от меня, и как Иосиф Давыдович... И вот... Сейчас такая ситуация. Его сюда выдачи Кобзона нет. Что я должен сказать? От него отречься? Нет. Не буду я от него отрекаться. Поддержал он Донбасс? Ну, ребят, давайте... Его уже нет. И давайте... Он был старый человек, выросший в Советском Союзе. Его сюда выдачи было очень много... Это был непростой человек. Я уверен, что он действительно верил в то, что Донбасс, независимость, что укронацисты ущемляют жителей. Я уверен, что он в это верил. Он, и Кобзон также был всю жизнь повязан с властью. Также он был, у него были очень много разных дел. Алексей, разве могла, живя в той стране, добиваясь каких-то больших успехов, разве могло быть иначе? Вот вы сейчас говорите, он был повязан с властью или там. Но это же совершенно очевидные вещи, когда люди жили там, совсем другая страна, совсем другие отношения, совсем другой мир. Нет? Ну, я еще думаю, что Иосиф Давыдович все равно, он был другой формации человек. И я все это веду к тому, что я от него... Я от него не отрекусь, что бы там не шутили, не говорили про него. Поэтому
для меня это люди, с которыми я могу перечислять еще огромное количество актеров. И Виктор Павлов, и дядя Леша Жарков, и Валерий Михайлович Приемахов. И столько было связано с этими людьми. И для меня в первую очередь... Я уж фильмов не помню, которых я снимался, а помню людей, помню какие-то... Это целая жизнь. Спасибо, Алексей. Да, я абсолютно тоже согласен. Прежде всего, наверное, все-таки это советские люди. А у советского человека не было деления, разделения между русскими и украинцами. Это все был один народ. Поэтому вот эта вот ментальность, мне кажется, она сегодня играет такую вот злую шутку, да, когда сегодня тоже продолжается, что Украина... Нет, просто понимаете, когда я вижу сейчас актеров, которых я любил, и которых я сейчас вижу, иногда у меня, слава тебе, Господи, нет телевизора, но я YouTube-то смотрю, и когда я вижу их выступления на разных телеканалах, там, Корчевникова и еще где-то, артисты классные, с ними тоже связаны целые куски жизни. И они вот сейчас, когда идет война, и они такую ахинею несут. И мне так за это обидно. У меня даже вот на этих людей, которых я люблю, злости особо нет. Мне обидно, что они вынуждены из-за Путина, из-за его режима, из-за того, что сейчас происходит в нашей стране, из-за этого режима, который построили, их так... Я же уверен, что большинство из них так говорит, потому что надо. Они не могут по-другому. Они действительно вынуждены... Во что их превратили, что они действительно стали такими. Вот это очень обидно. Спасибо, Алексей. Я хочу напомнить всем тем нашим радиослушателям, прежде всего, кто к нам присоединяется. А с нами на связи актер театра и кино Алексей Панин. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Да, пожалуйста, в эфире, здравствуйте. Ага, здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я из города Кливленда. Пожалуйста. Я бы хотел Алексея вопрос задать. Вот когда весь этот сумрак в России исчезнет, там, я не знаю, что там, после гражданской войны, какое-то новое государство. Вот как он себя в этом новом государстве, он поедет в Россию там? Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я, честное слово, это не дежурный ответ, но я так думаю. Мне сейчас, я в Россию жить, возвращаться, ну, опять-таки, неизвестно, что будет там, когда мне будет 90 лет. Это одному Богу известно. На данный момент я возвращаться в Россию не хочу ни с Путиным, ни без Путина. По множественным причинам. Во-первых, мне сейчас в Америке выстраивается новая жизнь. Новая в плане, новые возможности, новые... Не то, что новые, я не меняю профессию. Я имею в виду, здесь у меня... Как это? Новый опыт, новые возможности, новые какие-то пробования. Мне хорошо. Я вообще не очень люблю быть на одном месте и привязываться. Я бы с удовольствием бы жил в разных городах, если бы у меня была такая финансовая возможность. Я бы с удовольствием бы... Москва, Нью-Йорк, Лос-Анджелес... Европа. То есть такого, что прям вот навсегда в Москву я не хочу. Но мне в Москве сейчас тяжелее жить даже не... Еще по таким причинам. Сейчас. У меня умерла мама. Мама для нас с дочкой... Она зависла что-то. Я вижу. Да, прерывается у нас связь. Надеюсь, что не вернется Алексей Панин. Я еще раз хочу... Жизнью я получил все, о чем я мечтал 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было и не одна. Я мечтал дом на Рублевке. Ну, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже... Я же хотел быть звездой, Я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил. И материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Угу. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Угу. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео... Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией.
Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду, это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь, ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему, но, к сожалению, я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать во всеобщее обозрение. Вот. Что касается... Не дадут, все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «никогда не говори никогда». Никогда. Следующий экспонат. Смотрите, какой красавчик. Нихуя себе! Смотри, какой классный! Я бы себе дала. Подожди. Быстрее, пока еще. Огромненько, вот так вот. Еще чуть-чуть сюда, еще вот. Вот так, ага, да, есть. О, класс. Слушай, ты супер просто. Номерочек свой оставьте, пожалуйста.